Открытая трибуна. Как вы относитесь к ношению одежды из натурального меха? В принципе, отношусь нейтрально. Кому нравится, тот носит. Кому не нравится, тот не носит. Сама периодически ношу, но мясо животных не употребляю. Я считаю, что это плохо, потому что животные тоже заслуживают на жизнь, и можно обойтись без какой-то очередной шубки, а купить себе, заменить можно, в общем, шубы какие-то и кожу. Положительно. Потому что, животные, как по мне, те, что выращиваются на фермах для того, чтобы было для производства меха, это, в принципе, один из возможных видов бизнеса, и поэтому, вид заработка. Да, я, в принципе, позитивно отношусь к ношению меха, я сама ношу. У меня есть меховые изделия. Я считаю, что это, в принципе, естественный процесс. И что, конечно, нужно в меру к этому относиться, потому что существуют различные браконьерские службы, и не перегибаться этим палку. Отношусь нейтрально, потому что, исторически сложилось с первобытных времен, что человек убивал животное, чтобы носить, чтобы ему было комфортно, тепло. По-моему, ни один синтетический материал не заменит по теплоте то, что дает шуба там из норки или еще из какого-то животного. Я считаю, что это плохо, потому что животные должны жить. Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Это дело каждого человека. Каждый выбирает, что ему носить и как ему носить. Если кому-то удобно носить меховые изделия, он его носит. Если кому-то его жаль, он носит искусственный мех. Я не ношу ни то, потому что мне это неудобно. Если сейчас уже более-менее защита природы, я считаю, что все-таки уже лучше переходить на искусственный. Сейчас искусственный, чем не хуже. Даже лучше, они согревающие и удобные для молодежи. Я считаю, что можно и такие носить. Открытая трибуна.